Автомобиль марки Nissan сотрудники ГИБДД остановили при въезде в Сочи. За рулем находилась 24-летняя девушка и пассажир, 27-летний молодой человек. Оба из Воронежской области. Полицейские провели осмотр машины и в личных вещах водителя и пассажира обнаружили большое количество различных наркотиков. В основном курительных смесей. Наркотики были расфасованы в пластиковые контейнеры и упакованы в полиэтиленовые пакеты. Это принадлежит вам? Нашли же у меня. То есть в ваших сумках это находилось, вам принадлежит вам? Ну, раз нашли у меня, значит, видимо, мне. Что это такое? Экспертиза покажет. Экспертиза показала, содержимое действительно наркотическое вещество. Общая масса более 700 граммов. Также в одной из сумок полицейские обнаружили и изъяли два больших бумажных листа. Каждый был разделен на 900 маленьких фрагментов, пропитанных неизвестным веществом. По словам задержанной девушки, это вещество является сильнодействующим препаратом ЛСД. Всего в автомобиле сотрудники полиции обнаружили и изъяли 1800 доз готового к употреблению наркотика. В настоящее время подозреваемые задержаны и дают признательные показания. В Сочи с какой целью прибыли? На работу распространять наркотические вещества. Какие-то соли, спайсы. Сами употребляете? Нет. Следственным управлением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по статье «Перевозка наркотических средств». Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.